Даже в отпуске Анна Архипова не может без спорта и покорения новых спортивных высот. Отдыхая в Крыму, девушка, несмотря на старые спортивные травмы, все равно решила вновь испытать вкус победы и отправилась покорять вершины не только Крымских гор, но и спортивного помоста в городе Коктебель. Я не планировала участвовать, я не видела календарь соревнований вообще никак. Для меня это была вот новость. Пришла в зал, то есть у нас там ребята работают в Судаке, где отдыхала. Ну и говорят: «Ань, слушай, соревнования будут в Коктебеле». Я говорю: «Ну классно, съездим, посмотрим». Почему посмотрим? А выступить? Несколько дней сомнений и решение принято. Правда, тренер Анны Владимир Калиниченко, когда услышал эту новость, посоветовал для начала найти приличную больницу. Итог – серебряная медаль и невероятное удовольствие от выступления. Тренер, узнав результаты, похвалил и поругал свою воспитанницу. С одной стороны, он понимает, что остановить спортсмена невозможно, если мы что-то захотим. А слушаться я его не могу, если бы он мне сказал вот прям «нет, все, не выступаешь». Скорее всего, я бы не выступила. Но и похвалил, потому что все-таки результат есть. В финальном подходе вес штанги у Анны равнялся 120 килограммам. Да и выступать ей пришлось не в своей весовой категории. А значит, и соперницы были и сильнее, и веса брали совершенно другие. Соперница такая у меня удивительная. Ей 56 лет. 56 лет. Женщина начинала с веса 145. И закончила она 150 килограмм. О своей будущей спортивной карьере Анна Архипова говорит очень осторожно. Старые травмы дают о себе знать даже в повседневной жизни. Но испытывать чувство эйфории от победы тоже хочется, особенно после такого успеха. Владимир Калиниченко предложил ей начать тренироваться снова, а это вселяет и силы, и уверенность в спортсменку. А значит, все впереди. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.